Добрый вечер. Сегодня будем чистить осетра. Итак, одеваем униформу. Обязательно одеваем шапочку. Далее берем на наш универсальный стол. Кладем не менее универсальный поднос. И достаем жидкость. Осетра удобно чистить, придерживая одной рукой перчатки. Это зверюга. Да историческая. Так вот. Вот осетр. Обратите внимание, вначале нам нужно вот эти вырезать жабры. Осетр живой. Его били по голове, но, к сожалению, не добили. Попробуем продолжить умерщвление. Жабры. Жабры надо подрезать с двух сторон, сверху и снизу. Вот так, с одной стороны. И, соответственно, с другой стороны. Удобно делать это ножиком. Вроде бы все подрезал, а вроде бы и не совсем все. Вот они. Мы убрали жабры. Вроде бы все чистенько. Теперь острым ножиком мы вспарываем от его попки, ануса, ему брюха. Вот так вот. Вот он. И видим, что у него здесь есть. Желчный пузырь, вот он, есть у него кишки, есть у него, короче, требуха у него есть. И все это держится на пленочках. Вот эти пленочки мы вот до ануса ему все это дело вырезаем. И вот это его анус, итого попа. Значит, мы должны просто все вычистить отсюда. Значит, хорошо это делать острым ножиком, но желательно.
желательно. Вот так вот. Просто мы все это аккуратно торопиться не надо. Все, отсюда вот. Поднимаем и все. Вот оно. Все вот эти вот потрохи. Обращаем внимание. Вот здесь вот, около его головы, вот в этом месте, есть такие перемычечки, на которых эта требуха также держится. Вот она с одной стороны. И вот эта перемычечка с другой стороны. Вот она. Вот мы это дело и подрезаем. Дальше просто идет выскабливание. Просто так. Я это делаю первый раз, поэтому как бы прошу меня извинить за некоторую, ну, растерянность, что ли. Вообще это барахло, кишки с него. Так, вот на самом деле не особо у нас ножик удобный, а лучше, конечно, эту рыбу вычищать вот от всех вот этих пленок ножом с полукруглой головкой. И прочих его органов. Вот. В дальнейшем мы это вымоем. Значит, вот здесь у осетра находятся кровяные такие протоки. Вот. Ну ты же умер уже, а ты еще хвостом виляет. И вот это находится здесь. У него хребет. Вот этот хребет нужно перерубить. В нем находится так называемая визига. Его непосредственная вещь, которая передает сигналы импульса. Так, теперь нам надо срезать вот эти пластинки. Как это делается? Ну, очень просто. Берется вот так и подрезается под пластинку. Вот так. Все. Мы просто очень аккуратно с этой кистеперой рыбы
Вот так вот срезаем костяные вещи. Ножик идет изумительно. Все, до головы дошли, срезали. Вот это мы можем съесть. Вот это можно съесть. Мы это можем сварить, и это будет очень вкусно. Так, вот мы срезали эту вещь. Что делаем сейчас? Вот. Значит, аналогичным образом мы срезаем боковины. Боковые вот такие вот плавники. Но все зависит, что мы будем делать с этим осетром дальше. Вот этот осетр мы попытаемся завтра закоптить. Вот. То есть мы его сейчас быстренько почистили. Вот. Сейчас мы его помоем. Вот, а завтра мы его, ну, может быть, даже сегодня замаринуем, вот, его закоптим. Горячее копчение, поэтому вот эту вот плавничину я не буду. Второй осетр, я его почистил раньше, и я аккуратно срезал вот это все и вот это. Под чутким руководством мастера Михаила с Петровой фермы. Итак, покажу сейчас другого осетра. Помытый осетр выглядит вот так. Здесь все чистенько. Все замечательно. Вырезаны у него вот эти вот все замечательные его щетины. Вот. И этот осетр у нас пойдет в тушу. То есть мы будем делать... О, кстати, у него до сих пор хвост работает. Но это нервные импульсы. Хотя он уже потрошенный, но еще живой. То есть все будет очень свежее. Сейчас мы это положим в холодильник. Сейчас домоем и в холодильник. Ну а завтра будем готовить. Я его мыть пошел. Сейчас давайте посчитаем экономику процесса. У нас есть весы без мен, у нас есть потроха осетра, которые мы аккуратно сложили в мешочек, и есть сам осетр. Итак, берем пакетик. Значит, кладем в него потроха. Берем, кладем туда осетра. Итак, дальше берем весы и взвешиваем все вот это вместе. Один килограмм 590 грамм. Теперь из этого пакета мы вынимаем потроха и взвешиваем заново. Один килограмм 300 грамм. То есть потроха тянут у нас, ну, 250 грамм примерно потроха. Но с учетом крови, в принципе, нормально. То есть осетр с головой, с плавниками, кило 300. С
Цена живого осетра 850 рублей за килограмм на сегодняшний день. Голову мы отпилим завтра, когда будем все это раскладывать по баночкам. И взвесим еще раз. А может быть, попробуем сделать это прямо сейчас. Зачем тянуть? Итак. Ножик есть? Есть. Мы отпиливаем осетриную голову. Вот так вот. И подпорничок. По идее, в консерву у нас еще не пойдет хвост. Вот эта часть. Ну, попробуем отпилить его. Режется замечательно. Вот осталась осетровая тушка. Кладем ее опять в пакетик. Сейчас чуть потру. И взвешиваем. Мы получаем 930 граммов. То есть в нашу осетриную тушенку, ну, будет около килограмма. Значит, ну, у нас есть еще голова, мы эту голову также используем, мы ее сварим, и у нас будет отличный супчик. Ну, вот, как-то так.